увеличились в 9 раз. И понятное дело, что они увеличились не для того, чтобы люди, ну, дерябнули. Да, действительно. Не для этого абсолютно. И потому что все дезинфицирующие средства, в общем-то, получается, закончились. Ну, в какой-то момент закончились, потом подорожали. Ну и, конечно же, люди ринулись скупать вот эту вот самую водку 80%-ную причем. Ну, конечно, она неплохой дезинфектор. Хотя, ну, мы вчера вот рассказывали с Галей о том, что это не панацея, потому что даже если там какой-то прям вот сверхмощный раствор вы распыляете или протираете им, он не убирает, ну, не убивает все эти микробы. В лучшем случае подожди, он как бы гасит. Подожди, там было так, что 40-процентная водка, она никак не может там, что в этом дезинфицирующем средстве должно содержание спирта быть от 60 до 95 градусов. До 95. Сам человек не может это развести, да, потому что или меньше сделать, или сделать слишком много, что, ну, может нанести ущерб его здоровью. А это же 80-процентная. И, конечно, они сами в шоке, что продажи увеличивались аж в 9 раз. Кроме того, в ответ на ожидания потребителей предприятие выпустило еще и 100-миллилитровую бутылочку, которую проще носить с собой. То есть теперь знаешь, как это? Она такая маленькая, ты ее прямо вот просто на тряпочку получается, да? Там же нет распылителя. И на кошках, мне кажется, если и на будешь, кошках тренироваться. Ты можешь представить, если ты будешь вот так вот распылять 80-градусную водку, то через какое-то время, мне кажется, волосы выпадут. Но, а принципе, ты слышал, что будет, сейчас человек... Ты слышал сейчас где-то шутку, говорят, такая, что человек, от которого разит спирт, им сейчас вызывает доверие, как никто другой. Это правда. На русском радио. Увеличились в 9 раз. И понятное дело, что они увеличились не для того, чтобы люди, ну...